Добрый день! В нашем ассортименте появилась новинка – клей для страз «Таир». Используется для приклеивания страз к ткани, дереву, картону, стеклу, металлу и так далее. Белый при нанесении. После высыхания клей становится прозрачным. Не тянется во время нанесения, не образовывает волоски и не растекается. Не разрушает стразы и фольгированную сторону кристаллов. Время схватывания – 12 часов. Для ткани рекомендуемое время выдержки перед стиркой – 7 дней. Изделие можно стирать в воде температуры не выше 30 градусов, ручным или деликатным способом, без замачивания. После высыхания сохраняет гибкость и умеренную растяжимость, благодаря чему может использоваться на тянущихся тканях, таких как бифлекс –